Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, волатильность на рынке постепенно угасает. По сути, по большинству финансовых инструментов мы уже не видим каких-либо интересных движений, разве что исключение американский фондовый рынок крипта, который все-таки остается еще под давлением, и я думаю, что может обновить локальный минимум уже в ближайшие часы. И продолжаем ждать сюрприза в плане движений от золота, которое смогло восстановиться с момента нашего последнего брифинга с 1800 долларов за тройскую унцию до текущих значений примерно 1810. И мне кажется, что в оставшееся время этого года, если и стоит рассчитывать на какие-то мощные импульсные движения, то они, скорее всего, придутся как раз на рынок драгоценных металлов. Давайте по порядку. Рынок нефти 83,66 долларов по Бренту. В целом можно сказать, что нефтянка остается под влиянием двух противоположных факторов. Это надежды на восстановление китайской экономики, что априори должно будет поддержать спрос на нефть и нефтепродукты. А с другой стороны, это аномальные погодные условия в США из-за шторма Элиот, которые, напротив, бьют сейчас по показателям спроса. Ну, в частности, если касаться темы Китая, то решения, которые в последнее время принимаются властями по отказу от ковидных ограничений, смягчению этих ограничений, вот последняя инициатива дать возможность туристам беспрепятственно, без необходимости прохождения карантина с 8 января посещать эту страну. Это, конечно же, вернуло на рынок надежду, что если Китай сможет, или как только Китай сможет окончательно освободиться от очередной вспышки ковида, при текущей политике, которая уже явно не предполагает политику нулевой и терпимости, китайская экономическая активность сможет восстановиться быстрее, чем прогнозировалось. И, соответственно, дальше за ростом экономической активности придут и достойные показатели спроса со стороны ведущего потребителя углеводородов в мире. А вот что касается арктического шторма в США, то он накрыл действительно буквально всю территорию США и сорвал сезон традиционных рождественских путешествий. Отменены тысячи авиарейсов. Перемещаться по дорогам из-за снежных заносов практически невозможно и очень рискованно, поэтому многие просто предпочитают остаться дома. Как следствие, резко снижается спрос на нефть и нефтепродукты. Я думаю, что последующие несколько недель, когда мы будем анализировать данные по запасам нефти США, мы увидим статистику, которая будет крайне негативной для рынка нефти. Как я ранее уже отмечал, в текущих условиях я не рекомендую залазить в нефтянку, если вам интересны какие-то краткосрочные и среднесрочные цели. Если вы исходите из долгосрока, то да, нужно покупать. Но если есть все-таки желание найти более интересную точку входа, я бы рекомендовал поддержать, опять же, сохранить, точнее, выжидательную позицию и дождаться непосредственно уже января. Там мы снова вернемся к рынку нефти. Я думаю, что уже найдем какую-то точку входа для сделки. Индекс американского доллара 104 с небольшим пунктом. Ну, наконец-таки мы оказались выше 104 пунктов, и это уже немножечко больше добавляет оптимизма и уверенности в том, что доллар может сохранить эту восходящую динамику уже в начале 2023 года. И он должен сохранить эту динамику, учитывая то, что мы сейчас видим на рынке американских облигаций. Десятилетний трежерис котируется почти по 3,9%. И ранее я уже отмечал, что последний раз, когда доходности трежерис были на отметке 3,9, доллар был существенно дороже текущих уровней. Все прогнозы от банков, за которыми мы следим, Citi, Morgan Stanley, Bank of America, все они свидетельствуют о том, что и рекомендуют своим инвесторам
ждать более высоких позиций курса американского доллара уже в начале 2023 года, когда ФРС будет дальше повышать ключевую процентную ставку. Вчера к этим банкам также присоединились эксперты Société Générale, которые тоже прогнозируют покупки, точнее, и роста индекса американской валюты до 108-110 пунктов. Золото 1808 долларов за тройскую унцию. Риск рецессии в США и глобальный финансово-экономический кризис, с которым мы можем столкнуться в 2023 году, это факторы поддержки для рынка драгоценных металлов. Я знаю, что есть точка зрения, которая гласит следующее, что если американский регулятор и дальше будет повышать ключевую процентную ставку, то это сделает банковские вклады и облигации куда более привлекательными, чем золото. Я не согласен с этой точкой зрения, потому что если мы оцениваем привлекательность банковских вкладов и облигаций, то нужно, безусловно, делать еще скидку на ситуацию с инфляцией, которая в США, как вы помните, остается в районе 7%. То есть высокая инфляция нивелирует доходность от данных инструментов, и золото в данном случае будет пользоваться куда большим спросом. Последний отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами также указывает на то, что интерес со стороны институционалов остается на очень высоком уровне. Мы не должны игнорировать такие вводные. Собственно, так же, как и индекс рыночных настроений, который также указывает, что толпа золота продолжает шортить. Ждем снова импульсного рывка вверх, выше 1820-1830. Доллар-иена, 133.63. Сейчас с локальных максимумов, которые были выше 134, мы уже значительно просели. Это еще не предел. Полагаю, что следующая цель по паре доллар-иена – это 130 йен за доллар. Несмотря на комментарии Курады, который возглавляет Банк Японии, о том, что японский регулятор не откажется от мягкой экономической политики, я думаю, что его риторика, которую мы слышали в начале этой недели, она была направлена лишь на снижение волатильности на финансовых рынках. В конечном счете Банк Японии будет вынужден отказаться от мягкой политики из-за продолжающегося роста инфляции. Поэтому нужно своевременно быть в верном направлении рынка и в позиции, которая имеет колоссальный потенциал по профиту. И это, опять же, ожидание дальнейшего развития медвежьего ралли. Американский фондовый рынок 3811 пунктов, все ниже. Друзья, можете открыть дневной таймфрейм, убедиться в этом. Снижение фонды, скорее всего, продолжится, потому что мы видим, как на американский фондовый рынок давит жесткая монетарная политика американского регулятора, направленного на борьбу с инфляцией. Сейчас ставка в США 4,5%, она вырастет до 5% и выше. И следующее нужно иметь в виду, что ключевая процентная ставка в США напрямую влияет на банковскую ставку и влияет на доступ корпоративного сектора к заимствованиям на внутреннем рынке. То есть бизнес устроен таким образом, что зависит от свободных средств и кредитных ресурсов. Чем выше ключевая ставка, тем выше банковская ставка и тем выше стоимость заимствования для корпоративного сектора. И поскольку мы понимаем, что скорее всего, в перспективе ближайших месяцев ставка будет расти, долговая нагрузка на корпоративный сектор вырастет еще существеннее. Поэтому S&P, NASDAQ и Dow Jones останутся в рамках нисходящего тренда, и я почти уверен, что в ближайшие месяцы обновят новые локальные минимумы. И рынок криптовалют также пока что короткая позиция. Биткоин постепенно снижается. Вчерашние новости о банкротстве еще одного майнера Core Scientific из-за обвала курса, из-за долгов, с которыми компания не может справиться. Это, конечно же, не отголосок краха биржи FTX, но это доказывает то, что вся индустрия находится в очень уязвимом положении, и при текущих тенденциях, конечно же, будет все хуже и хуже. Цель по биткоину, как и раньше, 15 тысяч и ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!